речь композиции даже не про человека, а про явление, которое дает человек. Чаще гореть огню, сила в моих руках, о ней только и пою. Стих мой на едкой земле раскроет бутонный глаз и согреет в себе моя мелодия в темный час. Я направляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не думал, что в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Движение в мою руку, движение в мою руку. И верить ровно на то, что ты видишь хотел. Даешься только мне и говори ему, как можно изменить по сути жизнь. Оставляю тень всегда позади себя, остужаю тень до ночи, а ночью лень. Вам, поверзая, движение имя мне, и на моем пути не вздумай стоять нигде. Я расправляю крылья, приношу вам взгляд. Я никогда не думал, что в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю и верю, что чего сроду нет. И жене в мою руку, и жене ломаться. И видишь ровно на то, что ты видишь хотел. Доверься только мне и говори. Как можно изменить повсюду жизнь одному? Одному! Я расставляю крылья, приношу свет. А не думал, что в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячу лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Я расправляю крылья уже тысячу лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Я раздвигаю стены уже тысячу лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Я расправляю крылья уже тысячу лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю не верить в то, чего сроду нет. Движение в мою руку, движение ломаный взгляд. Ты видишь ровно на то, что ты видишь на тело. Как можно изменить повсюду жизнь одного? Одного! Спасибо.